Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Дисан Джека и Игорь, добро пожаловать на Майнкрафт, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Не смейся, Чень». И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки, только благодаря вашим лайкам выходит эта серия. Да, ребята, всем привет, и надеюсь, в этот раз вы также поддержите нас своими лайками, потому что это всего лишь одна секунда времени поставить лайк, а нам будет приятно, и мы выпустим для вас еще одну серию. Чур я не второй. Чур не первый, чур не первый. Я написал еще давно в чате, я первый написал. Ну, значит, Игорь первый. Он хитрый какой-то. Ты первый, Игорь, ты первый. Я сказал, чур я не второй. Да, ты чур не второй, ну, а я чур не первый, значит, ты первый, если ты не второй. Ладно, что ж такое? Ты что? Тупые люди, просто тупые, понимаете? Тупые слова. Давай, давай, Игорь, давай, пока. Тупые слова, по-твоему. Тупые слова, давай. Я хочу посмеяться. Тек, блядь. Можно чуть поменьше. Поменьше, успокойся. Оклоните ваше трахание, пожалуйста, не надо. Так, короче, я не понял, кто тут первый был? Этот меня не устраивает. Так, блядь. Успокойтесь, пацаны. С Игорем явно что-то не в порядке сегодня. Мне кажется, его нужно реально забирать в психбольницу. Вот, до свидания. Эдисон, давай, иди. Это я на тебя плюнул и на свой микрофон, и на экран. Так, Блэд, это вообще-то птица такая. Это птица, а не макака. Не слабь, мне просто скин понравился. То есть мы сейчас все будем непонятные скины показывать. Хорошо, у меня тоже есть. У меня тоже есть заготовочка непонятная. Она у меня лагает каждый раз. Я не знаю, будет ли она у вас лагать. Хорошо. Эшкере! Я вообще не понимаю, что я так я забил. Смотри. Хорошо. Вот такой не понял. А еще знаю, что я умею делать. Смотри. Видишь? Вы умеете так делать? Только я так умею. Это спиннер! Это спиннер 360 MLG! Спиннер! Это фиджет коровы! Отпусти меня! О боже! Да, что это такое вообще? Я не знаю. Главное, что смешно! Давай дружить! Мы будем с тобой лучшие друзья. Ты умеешь так? Вот так умеешь? Умеешь вот так? Не умею вот так. У меня быстрее, я более скорострельный, понимаешь? Пацаны! Да, подожди, мы смотрим, подожди, где ты? Ну давай, готов. Пацаны, вы знаете, кто я? Писюн ходячий. Я писька Эдисона, такая же маленькая. Я маленькая писька Эдисона. Я писька Эдисона, привет. Не, я ничего не показывал. Ему приснилось. Я твоя писька. У меня все на месте, я только что проверил. Я писька. Стоп, Купероз. Тантум Верде Форта. Что здесь происходит? Я не знаю. Я писька. Чур, я ничего не показывал, поэтому я не знаю, что этот наркоман хочет. Так, ладно, я пойду показывать, потому что... У меня есть доказательства, у меня есть твоя писька. Понимаешь? Я совсем с ума сошел, Она вообще не похожа, вообще не похожа. Ты так трясешься, что у меня аж прям... Может, хватит? Так, я настоящий викинг, писька, держи топор. Давай. Ура, у писька. Где мой топор? Топор. Ну-ка, бери весло, давай. Да хватит вот этого пип-пип. Строим корабль. Да подожди. Писька поможет. Спойлер, забабахаем, подожди. Так, теперь давайте Эля немножечко. Прям шторило в по полной, смотри! Боже, что вообще творится и что тут? Это нормально, это корабль, мы выкинем. Нормально. Лот, брак. Уноси свой корабль, уноси. Все, не нужны мне тут ваши корабли. А, то есть я сейчас, да, иду? Да. Наконец-то уже здесь поменяется. Какая вы красивая, мадама. Хорошо. Я викинг, давайте, пацаны.
Ну что, давайте, Эдисон. Там что-то рычит. Никто не рычит. Просто этому городу нужен герой. Я Бэтмен, мать вашу. Малышка. Бэтмен на минималках. Тебя спасти. Я сделал сегодняшний вечер. Кого спасти? Тебя, малышка? Или тебя, кажем? Круто. Я прикольно. Я не знал, что можно ставить скины на... А вот. Знаешь, видишь, и все. Информативно! Бабушка, да подожди, он там что-то кто-то показывает, пацаны. Пацаны! Так, устрой. Куда-то он вкопался. Я вижу, смотри, он где? Сейчас выпрыгнет из земли. Да, ну, ладно. Малыш, иди ко мне. У меня есть твой кораблик. Да что ты говоришь? Тебе нужен кораблик. Мы будем летать. Залезайте, залезайте. Да, нужен кораблик. Закапывайте. Так, пойдем, братан. Пойдем летать. Этому городу нужен герой. Этому городу точно нужен. Кого спасти? Что мне теперь показывать? А вот, не знаю. Давай. Летайте, хорошо. Не моя очередь. Да, твоя очередь. Давай. Давай. Я готов. Готов? Ладно, сейчас покажу. В принципе, конечно, это сработало, но я покажу все-таки 5 скинов сегодня, дорогие друзья. Мага, когда поедешь домой, купи по сопленкам. Это я сопленок. Петух знаешь? Знаю. Их пацан. Пацаны? Ага. Пацан. Курица, петух знаешь, я их пацан. Сопленок. За именно так. Сопленок? Сопленок. Ну это ясно, все понятно, все понятно. Сопленок. Это скорлупа моя родилась. Моя родился. Поехали. Ща будет прям такое, вы не ожидали даже. Вот 100% не ожидали даже. Но, что самое главное, смотрите, понимаете. Это уже сценка. Да вы внимательно смотрите, видите? Вы внимательно. Ща. Подождите, стой, я не знаю почему, вот если долго смотреть на эту стену, она круглая становится. Вы смотрите? Готов, в общем, готов, сейчас так и будет, смотри. Оп, в первую очередь это хорошо, смотрите. В первую очередь, сейчас, Жека. Я предлагаю закончить эту сценку, потому что она даже не началась, понимаете? Сценка даже не началась, я просто вышел. Но раз вы уже зас... Убери этот скин, я не могу признать себя. Раз вы уже засмеялись, хорошо, отложим на следующий раунд. Давай, на следующий уровень, давай. Так, а что ж мне показываешь? Да чё меня плющит-то каждый раз, а? Пацаны! Да. Я тут друга своего потерял, подозрительного. Не видели друга подозрительного? Это вы компаньон. Я здесь! Вот он! Я тебя подозреваю! Жди меня! Мы нашли друг друга! Максимум подозритель! Пойдем, братан! Уходите! Есть плюшечки, я мне сам плюшечки дал, давай, пойдем! Уходите! Я давно не видел, брат! Ты меня подозреваешь? А чё я такой низкий? Я тебя тоже подозреваю! Смотри, житель, А чё я такой низкий? А, вот всё. Житель, давай брейкданс! Пойдем! Игорь, твоя очередь. Ну, конечно, понимаю, всё, да. Что мне показывать? Они отсекнул. Фурвет. Я подозреваю. Я вообще в очках, я ничего не вижу, понимаешь? Давай, лазгинку, поехали. Давай. Подожди.
подожди, не работает. Опа, 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 это медведь. Смешной медведь? Смешной медведь. Я умка! Я выросла, я умка! Умочка! А тебя подозреваю! Подозрительно, как. Подозрительный, подозрительный. Это цирк уродов просто. Я пошла. Поцелуй меня, поцелуй меня, поцелуй. Ладно, давай, не буду нас отвлекать, животные. А, хотя, стоп, ты сейчас иди сюда, давай. Я сейчас, хорошо. Мне нужно закончить мою сценку. Поехали. Сценку мою. Поехали. В общем, вы смотрите, сейчас, таке будет, вы уже это ожидали, но это не случилось, не произошло. А вот сейчас, ну, все это знают, но не видят, слышали, но не видят, а сейчас вы и услышите, понимаете? Сейчас будет вот, вот, понимаете? В первую очередь! Вы подождите ржать, дайте мне сырку до конца. Посмотрите, я предлагаю, знаете что? Ну давай. Подруги. Эва! Ты ко мне не сопришь! Эва! Он у меня добежит, Эдисон! Я сейчас не понял, что вообще произошло! Эва! Саня! Саня, давай! Я что-то не понял, что произошло, Игорь, тут какие-то странные вещи. Эва! Что произойдет? Что это такое? Так, блядь, успокойся. Так, блядь, пока всем, серия заканчивается. Да никакая, давай на место, подожди. На место еще ничего не заканчивается. Блядь, на самом деле есть две сценки, я не знаю, какую именно показать. Вот прям вот не знаю. Ну давай, самую смешную, давай. Вот они как бы обе, знаешь, вот типа, ну, такие... Вторую давай. Ну всё, раз Эдисон сказал вторую, давай. Значит, окей, будет вторая, давай, сейчас. То есть, если она будет не смешная, я Эдисон не надо. Да, нет. То если она будет, да, это будет... А, ну, значит, специально буду ржать, как ненормально, давай. Вы понимаете, проблема в том, что я могу просто не понять. Все поймут, все же не тупые, все умные, понимаешь? Сейчас, давай. Подожди, я не могу найти одну вещь тут. А, нашел, не подожди. Нашел он вещь, когда опять члены будут, Давай уже! Да подожди, мне кажется, нужно раскрывать стены, пойдем. Ну подожди, нужно танцевать, давай. Опа, Гудан, я тебя воплоти. Пей. Не-не-не-не-не! Ну да, все еще пьян, своими глазами бухает опять, иди отсюда, сахар. Хочешь рыжу, будешь рыжу. Ты станешь сильным, ты пей. А, Гул'дан, пей мою жижу, пьян. Пей мою жижу, пей. Ты не будешь пить мою жижу. Мы не будем рабами, мы будем завоевателями. Ну тогда ладно. Пошел. Маленький такой, пошел. Хорошо, мы, пацаны, типа все, типа заканчиваем. Ну типа, ребята, всем большое спасибо за просмотр. Вы у нас тип-да. Да, ребята, самое главное, ставьте огромный палец вверх и на мой видос, и на Жекин, и на Игоря. Набираем много лайков, и сразу же выходит новая серия, не смейся, чули. Да, а еще нужно, знаете, подписываться на наши три канала, потому что мы все Да, и нужно подписываться на наш инстаграм, потому что там много новых фоточек. И нажимайте колокольчик. Да, а то так, блядь, вы что, еще не подписались? Ну быстрее. Ребята, всех вас, всем пока. Всем пока.